Итак, зрители, всем привет, мы продолжаем играть за американиста в моде After the End. И знаете, что я сейчас хочу сделать? Я заметил то, что немцы напали опять на потомок, вот этот вот, на нашу верховную судью, где раньше располагался президент, но теперь мы он и располагаемся здесь. Ну ладно, не суть. В общем-то, немцы напали опять на него и хотят теперь Фредерик провинцию. Но, помните, мы смотрели в прошлой серии на такую возможность, как подготовить вторжение. 500 престижа всего лишь нужно, и он сильнее нас, и значит то, что к нам придут люди. Но помимо этого у нас есть еще и торговая республика в Даниках, и патриции, вот, два человека, конечно. Можно было и больше. Ну ладно, не будем придираться к этому. Знаете, что я еще заметил? Вот мужик, да? У него наследник есть не его династии. Он его династии. Он его сын, но он бастард. Понятное дело, бастард, но получается, династия же сохранится. И будет здесь править династия его. Но получается, если бы мы играли, мы бы проиграли. Несмотря на то, что здесь правила бы все равно наша династия. Странный, конечно, момент в этой игре, но ладно. Давайте-ка будем делать вторжение. И заодно мы сейчас будем еще одну дебютантку приглашать. Ты застенчивая, ну доверчивая. Я надеюсь, у нас все с тобой получится. Надеюсь, нас еще раз в педофилизме не спалят. А то 17-летних мучаем. Ладно, так, в общем-то, смотрите, у нас есть сейчас много денег, за прошлую серию накапало плюс 25. Офигеть. Что ж так много-то? О, как тебе легко-то. Застенчивая, но главное первым подойти. Еще одну. И дали плюс 25 монет. Это, походу, у тебя, чувак, доходы улучшились. Плюс 16. И шестерочку он нам отдает. Ясно, в общем-то. Так, ладно. И мы тебя, получается, будем убивать, верно? Ой, так у тебя здесь еще есть мужики. Вот этот вот черненький и вот этот вот смугленький. Хорошо, но я думаю, мы сможем их убить. Потому что выбора у нас нет. Убийцы, конечно, становиться не хочется, но у нас выбора нет. Давайте-ка... Но деньги сейчас лучше не будем тратить, потому что наемники нам, скорее всего, пригодятся. У них тоже деньги есть, и они их тоже, похоже, возьмут. Но они сейчас отвлечены на немцев. Мы сейчас чуть подождем. Чуть-чуть совсем. Пока к нам придут люди, авантюристы там всякие. Выпьем? Ох, как же хорошо. Как же, господи, хорошо. Все такие аппетитненькие. 4 штучки-то. Говорит всем, что удалось увидеть, как ей предаемся греху. Опять. Но оно ничего не дает, потому что у нас это и так есть. О, кстати, половое увеличение плюс 15. Теперь-то мы можем уже брать планку повыше. Сейчас можно уже... О, все, давайте на этой. Смотрите, ей 17 лет, у нее муж. 61-летний мужик, старикан. Что ей еще надо, кроме нас? Давайте. Конечно, мы тоже недалеко от этого. Последний месяц вы проводите много времени, дрессируя своего пса. Похоже, ежедневные упражнения на свежем воздухе благотворно сказались на вашем здоровье. Вау. Это получается плюс один здоровье не как модификатор. Но мы вроде такое получали или нет? Мы вроде бы такое получали или нет? Но в общем-то мы получили еще одну единичку здоровья. Помимо всего этого. В итоге пес нам принес плюс 2 к здоровью. Жесть. Такая тема этот охотник. Уже закончили все это дело, а оно все равно. Угу. Вот, конечно, гадина. Кстати, что за фигня? Но тут, как видите, империя начинает потихоньку собираться. Вот этим мне вот нравится. Орлеан, на удивление. Ну, одну профку захавал, но это уже что-то. Обычного сразу. Господи, сифилис, сумасшедший, немощный. Чахотка, господи. Выпьем? Ох, как хорошо. Отлично. Так, 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 так. Кстати, прикольно будет, если убить его сыновей. И родится ребенок, который будет наш. Но он будет думать, что это ребенок его. Хотя странно в таком возрасте, но мне и 80 лет рожали. Именно мужики оплодотворяли 80 лет женщин. Вот, он, кстати, уже беременная. И будет наследник нашей крови, но он будет думать, что это его. У нас такое, кстати, уже было прохождение за ассасинов. О, жена еще забеременела. Может родиться законный сын? Ты все еще любовниц пытаешься убить. Слушай, она мне очень дорога. Не так, как ты, конечно, но... Прекращай всю эту фигню.
Ого, ты уж закончил? А подожди, а куда деньги ушли? А деньги ты потратил на строительство, скорее всего, я так понимаю. И там твои профки. Ух ты ж, господи, сколько этих провинций. Что этот джайнизм творит, а? Он, короче, где-то что-то... Офигеть, это почти вся его все государство это в его провинциях. Жесть. Это очень мощная религия. То есть, она взяла себе все плюсы джайнизма, но ограничений пока с Узбери у нее нет. В итоге это такая имба, что я просто офигею еще плюс дипломатия. Я и так за джайнизм всю Индию захватывал очень быстро причем. А если с такой религией, тут можно... Ну это изи на самом деле. Так, Апалачи, ты уже тоже больше становишься, аж сюда вышла. Ага, я такой, ну прям в штат выехал. Въехал прям ровненько. Ух ты, господи, торговая республика. Я, кстати, за нее хотел поиграть, но, как видите, если искусственный интеллект справился с этой вот задачей, так резко увеличится, это жесть. Я не знал, что торговая республика может быть настолько жесткой. Даже коалиции, смотрите. Капец. Получается, такое вот королевство. А ты что, королевство свое не сделал? Делай королевство, чувак, чуть-чуть денег нет. Все у тебя есть, давай. Я хотел за нее поиграть, типа такая скандинавская республика. Но, как видите, похоже, и играть легко. Поэтому нужно будет искать другой вариант. Так, Гудзония захватила теперь еще и Бруклин. Вот гады, это такие дорогие... Ё-моё, 281. Ну, помню, там было и под 400 даже. Нет, 400 вряд ли, 300 с лишним. Когда играли мы с Катархонтом. 5000. Чуть меньше, чем у этого. Так, ну деньги он потратил. А у нас деньги есть. Как видите, похоже, он недостаточно силен, чтобы к нам приходили авантюристы. Да и ждать у меня времени особо и нету. Давайте-ка нападем. Так. Вторжение. А вот за что? Просто вторжение, а это подготовленное вторжение. Ну, можно, конечно, и вот это, но... Блин, а это нам на самом деле очень даже надо, потому что это Колумбия. А Колумбия, она гад... И вот это вот самое, и вот это, и вот это. Кстати, они... О, здесь даже строят храм. А, это ты строишь храм? Ух ты, какой чувак, захватил и сразу строить там что-то. Давайте тогда лучше на это нападем, все-таки здесь больше провинций. Это сразу его грохнет. А если мы сделаем вот так, то он нам потом развернется и сломает лицо на обратном пути. Здесь такая будет перешейка маленькая, такая писечка. Будет переход сразу вот этот вот. Ладно, призываем всех. О, 1500 у Патриции, который владеет только одним баронством. И у Сюзерена, 1600. А у Ерисерарх. Класс. Ладненько, так, смотрите. 5000, конечно, можно было чуть еще подождать, но я же ведь знаю, что вам не нравится, когда мы вот ждем, ничего не делаем. Я мог, конечно, видео на паузу поставить, но это вам тоже не нравится, поэтому давайте-ка вот так вот сразу перекроем вот этих вот. И возьмем сразу же наемников. А, зачем наемников? Мы же ведь президент. Почему бы нам не пользоваться нашим же орденом? 2000. Класс. Можно деньги поэкономить. Кстати, сколько ты жрешь? Семерочку всего лишь. Ага. Всего лишь семерочку жрет. Так, а ты... Вот гад. Давай дохни, чувак, а. 160. Давайте-ка еще вот этой вот отдадим. Кстати, такая у его жена. А что такое отношение? А, ну подарок, ты жадная, наверное. Нет, и плюс 46 за подарок. Ладно, ладно, окей, сокольничий. Хорошо. Мы стали трусом. Это супер. Слушайте, давайте-ка сейчас я лучше сохранюсь. Потому что я не хочу сейчас умирать. Ну, конечно, отматывать время назад это плохая идея, не очень красиво, но если мы умрем, то игра закончится, а это уже не очень хорошо. Ну, скорее всего, тогда просто перезаписывал бы, а не стал бы откатывать время. Ну, ладно. Так. Наемников-то не брал. Мы здесь в хорошем плюсе. Эти ребятки сюда идут. Минус мы не уходим, поэтому имеем полное право взять еще наемников. Кто, господи, какой же это дорогущий? Да, 47. Это конница, лучники. А, он ли тяжелая пехота, я представляю. О, вот эти вот, за 15 которые, хорошо. Давайте пока всех сюда, потом разделим. Чтобы быстрее сождать. Так, вы передумали. А чё ж так? Так, они здесь все не будут? А, слушай, а если мы вот так вот тебя и поймаем, 24-го?
Ой, ты еще купил, да? Так, опасненько на самом деле сейчас. Я даже не знаю. Даже... Слушай, ты нам поможешь, я надеюсь. Но нас же больше, верно? Я забыл еще полководцев, но они вроде стали нормально. Девочка родилась. А че не девочка наш наследник? Мы вроде бы... А, нет, мы не меняли. Я понимаю, немцы там жесткие, у них армия хорошая. Но пока мы тупо на количестве. Лишаемся завистливого. Дипломатия прибавится. Но интрижка нам тоже нужна. Ну, хорошо. Мы, они, видите, их было меньше, но они нам почти лицо сломали. Так, слушай, здесь мы не сильно истощаемся. 10 тысяч. Давайте ускорим время. А, минус. Мы не сильно даже и уходим. Так, а что здесь можем? Практика торговли. Ну, это нам, конечно, не сильно сейчас нужно. А вот застройку городов или замков. А вот замков давайте возьмем, чтобы еще сильнее доход увеличить. Так, можем еще кого-то призвать? Там вроде кто-то умер. Или нет? Мы вас что, не призывали? Давай, давай, давай. Или вы отказались, там фиг знает. Все, давайте, идите к нам. Ребят, пардон, я сразу говорю, потому что сейчас я записал эту серию и заметил то, что на видео накрашнулось. Короче, мы здесь сделали сохранение. Прошло, как видите, совсем немного дней, мы сделали сохранение. Из-за того, что увидели то, что гудзоны вступили тоже в войну. И не только они, еще этот вот мужик. Короче, сейчас вообще дело очень опасное. Там, конечно, я уже отыграл эту серию. Но я не буду говорить, что у нас там получилось. Скажу такое. Надеюсь, сейчас у нас получится. Не, ну там мы, конечно... Ладно, я не буду говорить. Не буду просто говорить. Мы там узнали то, что... те пробы, которые мы осадим, мы получаем себе. То есть мы напали за это королевство. И нужно всего лишь осадить вот эти вот пробки. Чтобы их получить... Как бы, чтобы получить вообще все. Вот такие вот дела. Сейчас опасное дело в том, что гудзоны могут прийти. Вот в чем дело. Но у нас есть деньги. У нас есть деньги. Но. Они наемники вообще брали? Брали. Но у них тоже есть деньги. И эти уже тоже взяли. А вот и они. Так, давайте-ка сейчас оштурмуем до конца. Нападем на этих. Нужно с ними очень быстро разобраться сейчас. Так, а вы куда пошли? Пошли к нам, да? Так, знаете, что нужно сделать? Мне нужны сейчас самые дорогие наемники. Так, тяжелая пехота у которых 5000, 48, 100, давай. Они мне сейчас нужны. И очень-очень сильно так уходят. Что-то не совсем уходят, подожди. Они нас развели, что ли? Это что, был байт? Они развели, чтобы мы купили самых дорогих наемников и просто ушли? Серьезно? Так, ладно, давайте Филадельфию сейчас штурманем. Жена забеременела, отлично. Так, а я не помню, а вы видели, что у нас там сын родился или нет? Это когда было? 4 июня. Да, вы видели это. Просто сейчас я немного потерялся во времени. Записалось 20 минут видео, из них только 8 можно смотреть. В итоге там будет обрыв такой. И я засуну вот этот материал. Так, давайте-ка сюда. Ой, через shift. Будем захватывать эти пробки. А это, наверное, не будем трогать. Это не от... Нет, нет. Атомисисты здесь. Так, слушай, чувак. Давай-ка ты. Вот так. Слушайте, а эта пробка, она... О, здесь торговый путь проходит, значит, я тоже хочу ее взять. Оставим такие самые вкусные пробки. Но нам нужно сейчас взять еще и Балтимор, и Фредерик, чтобы создать Колумбию. Такие вот дела. Так, а вы отделились, потому что здесь истощение, отлично. Так, нам нужно штурмовать, потому что времени у нас сейчас нету. Эти гудзоны могут вернуться. А что ж вы ушли-то? А, у вас началось восстание? 2000, фу. Слушай, это нас походу спасло. Там, просто понимаете... Гудзоны почему-то сильнее нас. У них почему-то сильнее войска. И у немцев тоже.
То есть мы численнее сильнее, у нас полководцы лучше. Блин, они возвращаются. И опять уходят. Но почему-то они нас все равно очень сильно ломали лицо. Не хочу рассказать то, что там не записалось, потому что это может запутать вам мозги. Но там были, конечно, интересные моменты. Еще один сын, это близнецы и дочка. Дочка тоже хорошо, ведь ее можно засандалить, например, Т-18, да? За вот это, хотя... Я даже не знаю. А вот этот вот. О, тебе 20 лет. Моей дочке всего лишь 0. Ну ладно, пока не будем думать об этом. Так, захватываем вот эту вот провку. Подожди, рак? Черт, рак. А это уже, блин, рисково. Сделай все необходимое. Здоровье плюс один. Хорошо, все, мне этого хватит. Блин, то, что мы рак подхватили, это не круто. Так, а давайте-ка лучше еще вот эту провку заберем. Это как идет? Вот так. Хорошо, давайте. А, подождите, как идет оно вот... А, подождите, вот в чем дело. Нужно взять вот эту вот провку. Иначе немцы не уничтожатся. Они будут вот этой вот одной провке сидеть. Давайте-ка завоюем вот эту провку и закончим эту войну. Потому что все-таки немцы, хоть у них и одна провка, они нас будут бесить. Так, я хоть записываю? Фу, записываю. А то бы еще раз я бы такое не пережил. Все, отлично. Сколько там? Господи, еще вот эти начали. Вот эти? Это кто? Это кто вообще такие? Это какой-то орден, что ли, ему помогает? Ну ладно. Все, наконец-то. Ой, как круто-то. Колумбия, делаем. Оп. Вот это. Мы сможем сделать? Нет, оно уезжает. Нужны еще провки где-то 4 или 5. Ладно, в общем-то, смотрите. Сейчас мы можем... Ну, вообще, герцог сейчас где-то... Вот, например, сделать герцогство Филадельфии — это не самая лучшая идея, потому что оно занимает всего лишь одну провинцию, а нам нужно держать только 2 герцогства. У нас их сейчас 2. То есть, пока не будем. Вот этого чела нужно убить только потому, что он нас не любит. Господи. Что ж с тобой делать-то? Все-таки этим нужно просто избавиться. Просто избавиться. Уже не станем эту провку забирать. Скорее всего, эту провку... А может, знаете, как сделаем? Вот эту провку кому-то отдадим. И сделаем герцогом. А вот этого отдадим под вассалы. Вот так. А это идет сюда, да? Этот мужик стал здесь править... Ну ты другой религии, может быть, мы тебя просто заберем эту провку, и ты уйдешь погулять отсюда. Вперед. Все. Иди отсюда. Так, а теперь... О, здесь только у нас... Провок нужно отдать. Ладно, давайте-ка сейчас я поставлю видео на паузу. Посмотрю, сколько там записалось в сумме с крашнутым видео. И я к вам вернусь еще. Пока раздам эти провки. Так, ребят, все, я к вам возвращаюсь. Смотрите, тут такое дело, то, что вот этот мужик... Точнее, не мужик, а пацан... 13 лет, которого мы захватили. Он остался вот здесь. Кстати, у него отношение плюс 30 из-за того, что он покоренный. Ему что, кайф? Он что, мазохист, что ли? Ну ладно, в общем-то, он здесь сидит. Он не так-то и брыкается, но хотя он у нас в тюрьме сидит, я так понимаю. Мы можем в полном праве отбирать эти вот графства. Ха, смотрите, кстати, вот сюда я повесил нашего дипломата. Оно идет как вот так вот. И занят вот этим мужиком, который находится в совсем другом месте. Я думаю отобрать вот эту провку и вот эту, и отдать ему. Давайте так и поступим. Мне этот пацан совсем не нравится. Ну, то есть он другой религии и все такое. Так, а вот тебе Саское Ханна. Помню, в Европке такое племя есть. И Ротрок. Вот так. Все, теперь ты меня точно любишь. Конечно, можно сейчас дать еще вот этому мужику провинцию. Хотя бы одну какую-то. Здесь много. О, вот эту, например. Чтобы он у нас ушел. Потому что мы его не можем скинуть из совета. Это такой лайфхак. Как называется-то? Ой, длинное название. Вот. А, мы же еще не отобрали. Господи, ёшкин-кошкин. Отбираем. Отдаем. Оп, и он уходит у нас.
Все, мы теперь назначаем вот этого мужика, который 23 имеет. Сейчас он культуру нам жестко поднимет. Все, отлично. И ты теперь все, доволен, все, сиди здесь, 55 лет, ты сдохнешь, мы получим эту правку обратно, и все будут счастливы. А вот ты меня теперь точно не любишь, и мы заберем все правки сразу же. Хорошо то, что он в тюрьме сидит. Так бы еще с ним воевать бы пришлось. А, вот эту, я, кстати, правки две штучки, потому что это одно герцогство будет, отдал сыну, не признав его. Я не думаю, что узаконить его будет сейчас хорошая идея. Почему я говорю признав? Признав ребенка, мы признали его сразу же, как только он родился. Именно узаконить. Но, я не знаю. Просто портить со всеми отношения 20 лет, это, наверное, не самая лучшая идея. Что-то то, что у нас здесь еще любовницы есть. 5 штук. Они нам сейчас еще будут рожать. Поэтому я думаю взять управленку и слегка убрать себе это, эту плодовитость, потому что мы еще будем плодить детей. Так что давайте возьмем управление. Оп. Поднял до 8. Отлично. А эти провки я не знаю, пока кому можно отдать. В свете у нас есть хорошие такие люди. С ним можно еще одного светника назначить. И да, тебе. Тебя и... Хотя, наверное, стоило кому-то вот эти провки дать, это должно означать. Ладно, мы это еще посмотрим. Так, у нас есть, кстати, хороший вот управленец, нам нужен сейчас. Так, я хоть записываю? Да, записываю, у меня же такая паранойя. Где здесь управленца-то призвать? Вот, дворянина. 80... Сколько? 82 стоило призвать этого мужика? Вы издеваетесь? Это серьезно? Господи, у нас выбора нет. В следующем мы его уже не купим. Или хай. Как это у нас, да, Юрий, вот так вот идет. Тебе эту профку мы не отдадим, иди в жопу. Ой, ладно. Конечно, наверное, стоило дать кому-то еще, чтобы не делать его сильно-сильным, такого имбецила. Ладно, давайте вот так вот сделаем и собираем налоги. Так, мне стоило вот этого мужика сделать правителем. А давайте ему вот эту профку отдадим. Кстати, как она? 7, 12, 8. Эх, наша лучше. Давайте-ка да, так и поступим. Ты, конечно, влиятельный красавчик, давайте денег мы тебе не дадим, потому что нет, у нас уже денег после того управляющего великолепного. Так, вот так. А, у нас слетел этот генерал, потому что он был придворным того. Ой, блин, жалко на самом деле. Генерал, кстати, называется. А, или Attorney General. Оу, я не знаю, что такое Attorney, потом переводчик пробью после видео. Ладно, ты сейчас должен... Ты не сильно, конечно, хуже, потому что... Хотя... Хотя ты хуже. По процентам это видно. Ладно. Так, сейчас. У нас 9 из 8. Мы опять встали на путь управления. Я очень надеюсь, то, что... Мы несправедливы, да? Нам выпадет черта справедливой. И мы... Свинету, да? И мы, наконец-то, сможем поднять себе вотчину. Или же... А мы же можем централизацию это сделать. А нафига нам это все нужно, если мы можем вот так вот сделать? Как сейчас доход улетит? Плюс 43. Жесть. Может, его не стоит убивать, а все-таки отдать эту провку кому-то и сделать герцогом его. Но нам нужна сейчас эта провка. Так, кстати, сколько у нас там? Один из трех. А давайте-ка сейчас построим что-нибудь. Факторий, например. Так, сколько ты стоишь? 49. Ого, Балтимрит. Блин, торгующая провка, я тебе ее себе оставлю. Торговый путь и еще Атлантик Лайн. Это два торговых пути. Еще доход. Офигеть. И потом... И Филадельфию. Вот и Филадельфию тоже себе оставим. Ой, это даже дороже получается. Ну ладно. Южный Джерси, наверное, сыну отдадим, когда он подрастет. И загоним этого под вассалитет его. Давайте, наверное, лучше отменим заговор. Хотя он такой здесь аппетитный сидит. Ладно, не будем отменять. Потому что получить черту убийцы не сильно хочется. Так, у нас сейчас 25. Оу, и пакты пошли, блин. Жестко. Все, сейчас такие коалиции будут. Ну ладно, отлично. Так, что ж, ребят, давайте-ка мы этом остановимся. Я надеюсь, что я записал 20 минут, если нет, то очень плохо. И... О, господи. Это герцогство. Жесть, как же они разрослись-то. А здесь? Ну, потихонечку. Подожди, это что, император? Это император, что ли? Как? Он же не может никого захватить. Или там вроде есть ивент, который дает ему эти земли.
Оу, слушайте, я даже не буду сейчас в это вникать, я не знаю, потому что... Ну, здесь вроде ничего интересного, только это чуть стало увеличиваться. Жесть, император получил земли. Он, кстати, подставной император, то есть... То есть просто он подставной. Ладно, давайте-ка мы на этом остановимся. Ну что ж, ставьте лайки, ребята, пишите комментарии. Увидимся в следующей серии.